Всем привет, друзья, с вами Saints. Мы играем в Rainbow Six Siege режим заряд в сетевой игре. Ну что ж, посмотрим, что сейчас будет у нас. Первый раунд, мы защищаемся. Выбираем, конечно же, выбрали мы только что капкана. Давайте возьмем Дока. У него отличная защита, он может воскрешать союзников на расстоянии. Берем ему MP5, он у нас немножечко улучшен. И... ждем, пока наша команда выберет остальных. У нас есть капкан, бандит, пульс и я док. Так, и смоук. Хорошо. Ну что ж, посмотрим, что получится. Поехали. Так, смоук загружается. Да. Итак, друзья, ну что ж, мы начинаем в подвале. Здесь сейчас будут мелкие гости. Так, нужно их ждать, не пропуская. Так, 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 так. Давайте здесь ждать машинок. Не обязательно, конечно, что они приедут отсюда. Но могут. Нет? Серьезно? Ну ладно. Так, давайте установим здесь колючку. Так, усиливаем ворота, чтобы сюда не вошли просто так. Если у них нету... Так, и вот здесь усиливаем еще раз. Враг знает, где искать взрывчатку. Ну что ж, хорошо. Отлично. Так, стена усилена. Здесь могут войти только с помощью термита. И хорошо. И здесь, соответственно, тоже прибиваем себе дырочку. Так. Так, сможем проверять вот эту вот дверь. Отлично. Так, хорошо. Давайте-ка еще немножечко пробьем. На случай, если буду стрелять, мы сможем... Сверху? Сверху стреляют, да? Да. Ну, судя по всему, так и есть. Все, по-по-по-по. Ой. Так, ждем здесь гостей. Нет, 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 опасно, опасно, опасно. Давайте обойдем и будем ждать их здесь. Вот отсюда вряд ли ожидают нас увидеть, поэтому будем сидеть здесь. Так. 4, 5 к 3, 4 к 3 осталось, ждем. Есть, хедшот. Фух, ну что ж, один оперативник остался, я думаю, это уже не проблема. К тому же у них фьюз тут, что он сделает, собственно, это же... Все, победа. Неплохо, неплохо сыграли первую миссию, сейчас будем штурмовать. Тут пострелять нужно еще немножечко напоследок. Итак, где он был? Он был сбоку. Отлично, готов. Так, ну что ж, мы теперь будем атаковать. Я тоже хочу взять юза, успеть взять юза. Успел. Мой любимый персонаж. Блин, мало того, что красив, так еще мне так нравится АК-12 в этой игре. Так, так, так. Ну что, собираем команду, Sledge и IQ. IQ здесь, конечно, полезно, да. Вот термит на этой карте вообще просто очень нужен, если вдруг нужно штурмовать подвал. Да и вообще много мест, допустим, если потолок они укрепили. Подходим, кладем термитную эту бомбу, бух, все свободненько. Слэдж тоже как бы неплох, но он обычно стенки просто пробивает на ура, а так-то... Так, ну что ж, поехали. Нам нужно за 45 секунд найти заряды. Очень надеюсь, что на втором этаже что-нибудь будет, что хотелось бы войти. Сейчас поехали на второй этаж сразу же. Так, никого здесь нету. Поехали посмотрим. Может быть, в подвале, кстати, опять. Нет, все-таки не на втором этаже. Бля, попали в меня. Черт. Ну ладно. Зато мы знаем, они прямо над козырьком находятся. То есть мы можем туда закинуть нашу фьюзовскую радость. И... Да, кстати, друзья, вот учитесь, как можно перепрыгивать джеймеры. То есть если вдруг ставят глушилку, можно спокойненько ее перепрыгнуть. Ну и спокойно, конечно, иногда не получается, но в целом ее можно перепрыгнуть. И проблем с этим никаких нету. Так, залазим на козырек. Не туда. Да, все правильно, вот туда. И будем там...
Воу. Там противник был или он просто так пострелял для галочки? Так. Ну что ж, поехали. Надеюсь, там не будет никакого джаммера, потому что мне кажется, здесь что-то стоит из глушилок. Нас обнаружили. Где камера-то здесь? Я понятия не имею, как обычно. Так, одного мы выбили. Хм, неужели чисто? Да не может этого быть. Странно было бы, друзья, если бы здесь было чисто. Я в это не хочу верить. Есть, готов. Нас обнаружили опять. Так кто ж помечает, где здесь камера находится, надо узнать. Так, я откровенно подтупливаю и не понимаю, где она есть. А, вот она. Господи, просто оттуда не было видно. Есть! Уу! Это было неплохо и даже симпатичненько так выглядело. Так, ну что ж. Все, можно сюда заходить. Ну, где там наши? Почему не заходят? Я помечаю на точку... на окно... Сидим пока, потому что если полезем с таким количеством ХП... Ну давайте, давайте, чисто же, ну... Все. Три фрага у нас, ноль смерти. Очень неплохо получилось сыграть. Так... Могли бы, между прочим, и... Опа. Между прочим, могли бы занести... чемоданчик для обезвреживания ко мне и спокойненько бы там поставить на обезвреживание. Ну да ладно, не захотели, не захотели. Хочу взять капкана. Так, попробуем им сыграть. Опять смоук, опять пульс. Пульс у нас может светить сквозь стенки. Бандит ставить шоковые... ловушки на колючку, на колючую проволоку. Очень полезно ставить на двери. Например, металлические, укрепленные. Любой, кто к нему подойдет, будет оглушен. Так, что у нас есть? Мы здесь опять так же, где они сейчас получаются, да? Это черт. Ну что ж, это хорошо. Как хорошо? Это, в принципе, неплохо. Давайте поставим здесь колючку. Сюда установим... капкан. Я даже не знаю, вряд ли это сработает, но попробуем. Так, здесь он... Здесь поставим капкан. Машинка приехала, кажется мне, или мне не кажется. Ага. Ну что ж, они знают, конечно же, что здесь... Ждем, может получится кого-нибудь увидеть. Если нас, конечно, первыми не выбьют так вот таким вот темпами. Посмотрим. А вон и они, да, они... Один готов. Отлично. Убили, жалко, 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 жалко. Эш, попала по мне, сволочь. Ну да ничего, один к одному, в принципе, и... Да, видите, совершенно случайно мне захедшотило. Ну как случайно, конечно же, целилась просто. Пык, один по патрончик, и все. А я в нее не попал. Жалко. Так, что там еще? Давайте пометим противников, если они, конечно же, не уничтожили... Уничтожили дорогу здесь. Так, чисто... Чисто ведь... А как же не обнаружен, если вон он, вот его ноги. Добивай, ну добивай же, добивай, 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 давай, давай. Хак Норрис, почти чак, блин, давай, ты должен. Молодец, все справился, да? 2-4. Ну. Так, ладно, меняем на... Ой, здесь... Так, поднимайте нашего. 2-3, уже не так хорошо. Ах ты ж, блин, да куда-то вы приетесь, браны? Здесь, кстати, можно было бы вот здесь прямо войти.
Ну вон же он стоит за стенкой, просто прострели ее. Да можно... Ну ладно, там что-то можно в стенку, кто он пробегал, просто прострелить. Ну понятно, вот это вот, вот сейчас напротив флага. Можно войти вот здесь. Ну ладно. А где? Блин, жалко, сверху на кошке сидел. Молодец. 2-1, друзья. Ну что ж, этот раунд был неплох. 4 у меня фрага, 1 смерть. Это весьма неплохо. Сколько поинтов? 850, ну, можно было бы и больше. Так, атакуем. Кого бы сейчас взять? Хочу опять фьюза. Да. Так, поехали. Ну что ж, опять слэдж глаз в этот раз. А, термит все-таки, да. Глаз на этой карте. Ну так себе. На самолете глаз неплохо. Он может выбивать еще зазевавшихся противников через иллюминаторы. А здесь так себе. Добили нашего бота. Так, перепрыгнул Джеммер. Перепрыгнул Джеммер. Молодец. Так, и еще одна. Я думал, здесь будет. Нет. Все? Да, все. 10 секунд до начала. Всех наших ботов уничтожили. Мы сейчас наблюдаем за картой. Фух, я эту локацию как бы знаю плоховато. Где здесь лучше войти, где выйти? Только вот второй этаж неплохо знаю, потому что постоянно там вхожу. А здесь... Откуда стреляли-то вообще? А, вот откуда стреляли. Ясно. Да ладно! Вау, бандит. Прямо взял и убил. Хотя я его первым заметил. Молодец. А он, собственно, и не целился. Он просто дал... Да, дал залп и попал. Видели сейчас? Не в мою сторону стрелял. Ну, его бандиты тут же убили. Да и ладно. Обидно, слушайте. Сидим, отдыхаем теперь целый раунд. Вот так вот. Действительно очень полезно. Зря зря игроки редко выглядывают из окон. То есть их, да, их легко можно выбить в ответку. Но, тем не менее, срезать на подходе еще половинку... Ой-ой-ой. О, поранили, его хотя бы поранили. Гранату боевую на этот случай нужно иметь. Что ты делаешь? А если он не там, а если он сбоку? Нету боевой гранаты. А, жалко ты как. Ну, обходи, обходи, не... Ну, ладно. Ох ты. А. Как она решила зарашить. Оп, не зарашила. Два двум, надеюсь, что-то получится. А, на Шайн. Жалко, слушайте. Давай, входи, может быть, что-то получится. Как интересно, он раненым-то стал. Так. Ха-ха-ха-ха! Ловушка, блеск, просто блеск сработала. Кто бы знал, что там может быть ловушка капкана. Вообще ни малейшего. Это да, это прикольно. Ну что ж, защищаем. 2-2. Можем еще и проиграть, кстати, друзья. Берем тоже... Ладно, возьмем Дока. Почему бы и нет? Может, кого получится воскресить. Редко получается нормально сыграть. Но будем пробовать. Так, что у нас тут? 15 секунд, и последний выбирает. У нас стандартная наша компашечка. Только вот как Норрис не может определиться. Касл, нормально. Ага. Ага. Ясно, понятно. Ладно. Проволоку установил.
Ну, конечно. Сейчас вы у меня пролетите прямо. А, уехал типа сюда. Хорошо, уехал и уехал. Молодец. Я троих дроидов выбил. Дроидов, дронов. Почему я вечно хочу сказать дроидов? После этого Батлфронта все вокруг дроиды. Есть. Устанавливаем преграду, чтобы знать, когда они здесь войдут. Здесь еще мы здесь могут войти. Хорошо. Так, там, там. Ну что ж, хорошо. Здесь будем тогда ждать. Куда-то спрятаться было бы. Ой. О, он убил наш С4, молодец какой. Есть. Ну что, они ловят. Отлично, 5-1 решили проломиться. Ай-яй-яй, да добивайте вы уже, все, поздравляю вас. У нас у одного 8 убийств, у меня 5. Ну что ж, неплохо. Да, расстреляли просто в клочья. Победа, друзья, заслуженная победа. Фух, отлично сыграли. Итак, давайте посмотрим, какой у нас будет второй режим. Может быть, еще одну партийку организуем. Я бы сыграл еще против команды противника. Мало ли бы они согласятся. Давайте посмотрим, кто проголосует. Сколько мы получаем награды? 290 очков славы. Неплохо. 22 уровень у нас сейчас. Так, ну что ж, никто не захотел с нами играть, то есть как бы противник отвалился, а наша команда осталась. Отлично, пока сыграли хорошо, поэтому давайте с ней и поиграем еще одну партийку. Так, нашлась команда противника, отлично, мы за оранжевых, они за синих. Вперед, режим, опять заряд, карта полигон, база Херифорд. Хорошо. Мы опять защищаем. Повторяется сценарий. Надеюсь, мы снова сможем неплохо себя показать. Так. Здесь мне нравится капкан. На этой карте он много входов. Иногда получалось. Не всегда, конечно же. Тут уж от противника зависит. Но иногда получалось неплохо поставить и убиться. 2-3 за раз. Так. Тачанкин. Ну, Тачанкин, кстати, здесь тоже неплохо, потому что есть очень длинные проходы, можно поставить на первом, на втором этаже, например, открыть весь длинный коридор, только вот сам он выбивается очень легко. Поехали. Так, у нас какой? Третий этаж, да? Да. Не спались бы сейчас наши заряды, было бы вообще неплохо. Где дроиды? Дроны поедут, точнее, здесь. Вон они. Ну давайте, давайте, заезжайте, я вас жду. Что вы будете делать? Вон, дрон еще не катится. Ой, да ладно. Да ладно, ну, да вот же ты, не проедешь, сволочь. Ух, друзья, я не совсем косолапый. Просто вот так вот оно попадает иногда. Так. Здесь одно на случай, если не решат обойти. Надеюсь, здесь они не войдут. Я надеюсь, конечно же. Так, куда еще поставить можно было бы? Давайте сюда поставим. Так, и... Ну, давайте. Здесь тогда закопаемся, уже ничего не поделать. Еще одну поставим. Так, здесь... Враг нашел заряд. Сверху, да, видимо? Хорошо. Слушаем внимательно и... Сверху кто-то пустил черемуху. Так.
Главное, не прозевать фьюза, если он у них есть, чтобы он не поставил сюда сверху фьюз. Да, все, сверху фьюз. Хорошо. Ну ладно тогда, если... Вот же, блин. Хм. А, мы не можем здесь лезть, да? Да. Давайте его лупим и побеждаем. Победа, друзья. Двух противников мы накрыли. Деактивировали. Деактивировали деактиватор. Молодцы. Фух. Что ж, теперь мы атакуем. Ну, посмотрим, конечно же, фьюза первым делом брать. Команда у нас все та же. Все берут одинаковых Следжи, Глаза и IQ. Я думаю, там сейчас кого они... Смоук? А, Смоук это же на защиту. Ну, Твичи Монтана, отлично. Так. Ну, поехали. 40 секунд на поиске, да, у нас сейчас. Спрыгиваем в подвальчик. Оп. А, здесь еще сеточка. Ну, где они будут? Так, вон там уже противник замигал. Хорошо. Где-то здесь уже стоит... Блин, здесь объехать-то негде, как бы тут. Ой, блин. Ну, ладно. Не доехал, да? Черт, там стоял джеммер, я прыгнул раньше времени, получается. Ну, ничего страшного. На лестнице джеммер перепрыгнуть очень тяжело. Итак. Смотрим окна первым делом, чтобы никто не высунулся нас поснимать. То такое может запросто быть. Давайте-ка закинем вот туда. Сейчас. Так. Здесь. Нас обнаружили. Камера. Где-то камера. Вон она. Так, хорошо. Видимо... Кидаем. Ладно. Ну, давайте зайдем, только аккуратненько нужно посмотреть сразу края. Чисто? Хорошо, друзья, очень хорошо. Аккуратненько заходим. Так, тихонько, тихонько, не спешим. Здесь никого, хорошо. Так, дышим ровно. Так, 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 аккуратненько спускаемся. Я лишний раз не треплюсь. Блин, нас обнаружили. Есть, готов противник. Черт, а кто нас обнаружил? А где камера? Понятия не имею. Ну, где они могут быть? Кто? Да, я даже не понял, откуда убили. А, снизу с лестницы. Хах ты ж, блин. Да, хорошо сидел. Темненький, блин, а я... Да. Проиграли. 1-1, друзья. Ничего страшного. В этот раз они неплохо сыграли. Да, не знаю, где бомбу штурмовать тяжело. Хм. Поехали. Защита. Так, что ж, общаться опять капканов. Пришлось плоховатенько. Я расставил точки, не больше отвлекался на защиту. Сейчас нужно
подумать, куда бы их поставить. Ну ладно, посмотрим. Так, 20 секунд. Все выбрали, да? Выбирает снаряжение ток. Ну хорошо, пускай выбирает. Готово, поехали. Фух. Ну, здесь даже проигрывать не очень-то обидно, потому что все равно сам процесс доставляет удовольствие. Но, блин, это хочется все равно. Так. На всякий случай. Одну сюда поставим. Есть. Так, очень надеюсь, что они войдут здесь. Вряд ли здесь кто-то войдет. У нас все на первом этаже фактически, да? Да. Здесь ставим колючку, на случай, если они будут спускаться, чтобы они не смогли нам пробить по голове. Так, где еще могут войти? Могут войти здесь. Ставим. И здесь. И все. Отлично. Так, и прячемся вот сюда. Так, ну что ж. То окно будет закрыто. Здесь у нас есть, в принципе, проход. Ну, да ничего страшного. Опа! Вот они как решили обойти, да? Можем, конечно, укрепить стенку, но не будем. А может быть и стоило бы. Ну ладно, если они войдут, то мы спрячемся. Оп, кстати. По ногам здесь могли бы стрелять. Нет? Так, ладно, тихонько. Мы мало говорю для вас, друзья, чтобы не отвлекаться от звуков. Так. Сделаем немножко погромче наушники. Так. Ну, и где они все есть? Какой именно? Нашего убили? Ранили? Нет, все нормально, пока, хорошо. Слышно, как топают. Давайте-ка здесь сделаем вот так. Воу! Стреляют сзади, а кто стрелял-то? Я даже таки не понял, кто убил нашего. Так, видел там человек со щитом. Надо было даже дать ему, конечно, подойти, может быть, но... Ждем здесь. Замерли и ждем. Никого не слышно. Ясно. Закинули сюда. Так. Ну, где они там все? Один враг остался. Есть! Дождались. Фух, это было напряженно, друзья. Ух. От такого напряжения с задницы лом можно перекусить. Нормально. Вот за эту игру, за это я эту игру и люблю. Так, ну что ж, давайте опять берем фьюза. Фух. Так.
Глаз, Слэдж и Твич. Отлично. Гора наша французская с гигантским щитом и термит. Термит здесь вот на этой карте, ну, не нужен. Нету здесь мест, где нужно было бы прожигать металл. Здесь почти все стенки пробиваются руками. То есть укрепляет здесь тоже редко. Ну, хорошо, ладно. Поехали искать заряды с помощью бота. Так, ну давайте объедем вот там, по задней стенке, посмотрим, как оно выйдет. У меня есть надежда, что здесь, вот здесь вот можно было проломиться тогда. Ага. Бомба найдена. Хорошо, давайте тогда здесь поставим своего дрона, на случай, если кто-то будет прятаться. Ой, блин! Ха-ха, черт! Откуда знал, что я здесь буду сидеть? Ну ладно, мы нашли. Мы нашли бомбу, и теперь нужно придумать, как туда войти. Так, значит, она была на противоположной стенке от того места, где я вошел. Хорошо. Обойдем и туда постараемся зафьюзить. Так, аккуратненько смотрим по окнам. Я... Блин, молодцы вообще, просто молодцы. Так учится, что первый раз носит деактиваторы эти и... Окна? Все нормально? Хорошо. Так, там термит у нас зажигает. Так, здесь кто-то так просто не войдешь, да? Да. Сверху, может быть, только если... Ну, давайте попробуем. Радиоактиватор несу. Было бы плохо заносить его сюда. Да, ладно. Поехали за своими. Потому что нас обнаружили. Где? А, вот камера. Ну, есть, отлично. Пускай не думают, что я там буду обходить. Ох, выбили нашего. Ну, как выбили? Еще жив. Еще, может быть, спасется. Там темноте нифига не видно. Ёлки-палки. Газ. Надо бы обойти было, конечно, потому что когда они в одной, с одной стороны давят, тяжело. А давайте я кину дрона. Почему бы и не засветить своих противников там, где? Есть. Так, давайте заедем еще посветим. Никого нету? Вон. Сейчас я им устрою веселуху. Вот так вот, друзья. Я так радуюсь, когда здесь получается как следует завалить кого-нибудь. Ну, конечно, капкан здесь совершенно нечаянно поставил ловушку. Так, он капкан только что завалил двоих наших. Одним залпом. Это я. Так. Мне бы поставить деактиватор, конечно, но... Давайте поставим. Не дайте врагу найти деактиватор. Будем ждать. Получится, не получится. Только бы... Есть! Это было классно! 7-0, друзья, и победа. Ух. Отлично. 3-1. Подождите, не 7-0. Сколько там счет был общий? Я же умирал, по-моему, до этого, да? 7-1. 7 смертей, поддержки 0. Да. Что ж, вот так вот мы сыграли два матча в сетевом режиме. Два заряда, две миссии с зарядами прошли, победили, было классно. Если вам понравилось это видео, друзья, поднимайте большие пальцы, подписывайтесь на канал. И всего хорошего, всем пока!